14 декабря свой 90-летний юбилей отметила жительница Дмитриевского сельского поселения Вера Григорьевна Гамова. По традиции с этой датой ее поздравили первый заместитель главы района Руслан Емыков, председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, глава поселения Руслан Туторишев. Района, поздравляем вас с днем рождения, с вашим юбилеем. Ой, спасибо. Подарок от главы спасибо района. Спасибо вам. Дожила, честно отработала. Говорят, сколько ты работала? Я говорю, я забыла. Поздравляем вас с вашим юбилеем. Еще он должен жить жизни. Сами вы себе поставили ориентир 100 лет. Цельтесь на него, идите к этому юбилею. Ну а сегодня вам 90, это именное письмо от президента Российской Федерации спасибо. Владимира Владимировича Путина с поздравлениями. Пообщавшись с именинницей, мы немного узнали о ее жизни. Родилась я в 26-м году, в самые тяжелые годы. Вот. И как начала работать, и по сей день. Говорят, работа, конечно, гробит. Ну, конечно, я старая. Ну а что будешь делать? Двое детей у меня. Сын у меня профессор, это преподает в Армавирском университете. И внук, там же его сын уже, тоже профессор, преподает под Ленинградом. Ну, мы хотим, чтобы он переехал сюда, в Воронеж. Так, а здесь я живу с дочкой. Вы одна живете, да, здесь? Ну, дочка приходит там. Недалеко, женщина, да, от вас живет? Да, вот через дорогу. Угу. Я, ну, что я могу? У меня руки болят, я тряпку, например, не могу выкрутить. Стирать я не могу. А кто вам помогает, дочка? Дочка, у меня тоже инвалид третьей группы. Женщина приходит. А вы вообще по профессии кто? Я по профессии бухгалтер. Всю жизнь считала государственные деньги. Вы долго работали бухгалтером? Сколько лет у вас стажа? Да, я все время счетным работником работала. Все время была связана с государственными деньгами. Где вы работали? В каких учреждениях? Я работала больше пенькозавод и Чехрак. Здесь же, на месте. Вот уже 12 лет, как Вера Григорьевна похоронила мужа и живет одна. «Меня поддерживают мои дети. С ними я живу дружно», — говорит именинница. Чем вы любите заниматься? В свободное время. Сейчас? Да. Тут этот же лодырь. Телевизор? Ага. Читаю я. Угу. Получаю газету. Дочке приказала, чтобы районную выписала. Обязательно у меня газеты читаю. Дочка носит журналы. А я бабка грамотная. Чего я буду отставать? Правильно. Вот. Хожу на свадьбы. Муж у меня прожил 84 года. Прожили мы с ним 62 года. В доме нашей героини много старых фотографий, которые напоминают ей о ее близких и родных. Еще она бережно хранит награды мужа и свои. Вера Григорьевна – ветеран войны и ветеран труда. А еще в процессе общения нас поразило жизнелюбие этой маленькой женщины. Пожелаем же ей долгих лет жизни, всегда оставаться такой же жизнерадостной.